Але зустрічайте бабусю, яка руйнує усі стереотипи, Галина Герасимова. Доброго ранку. Доброго ранку. Ми вас вітаємо з цим класним святом. Радімо, що воно тепер є офіційним в Україні. І знаєте, у мене до вас перше запитання. Ну от ви вже така ось бабуся, сучасна, яскрава. Взагалі, а що для вас означає бути бабусею? Ой, я даже не знаю, що це означає для мене. Для мене це означає в першу чергу любов. Любовь. Конечно. Не постачає? Да. У меня два внука. Я их люблю, ну, конечно, одинаково, однозначно. Хотя они совершенно разные. Одному 16, одному 3. Ух ты! Да. И... Ну, і що така прелість, вони мене люблять. Це вам повезло, знаєте, слухаються? Старший, я для них не бабушка, тільки Галя. Ух ти. А для старшого, которому 16,5 і 1,87 м, я для нього Галюнчик. Он меня вот так обнимает, говорит, Галюнчик. Це мило. А скажіть, будь ласка, а у вас дочки, правильно, якщо не помиляюся? Да, 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 у мене дві дочки. Як у вас з дочками стосунки? Тобто ви як подруги, чи ви все ж таки така мама, яка підказує, як правильно десь вчинити, як десь правильно зробити? У мене дві дочки. Дві дочки, вже взрослі дочки, причому дуже інтересні дочки, тому що різниця 17 років. Ух ти. Тобто у мене є вибір, о чем, с какой поговорить. Но это, нет, это, ну, на самом деле это шутка. Они у меня две подружки. У меня такая же была связь со своей мамой. Со своей мамой. Я в своей жизни сделала шаг, о котором не знала бы моя мама. Ух ты. И это честно. Какие бы ну, хорошие поступки или плохие я не совершала, мама об этом знала. И такая же связь у меня, ну, со старшей. Со старшей. Младше как-то молчаливее и скромнее, но сегодня, чем становится старше, тем становится ближе. Может быть, я была для нее возрастная мама, и ей, наверное, казалось, что, ну, может быть, не о чем. Ну, не, даже не о чем, а ей хотелось в молодую поближе. Сейчас она понимает, что я классная мама. Вы классно. Это не скромно, но это так, это на самом деле так. А вот скажите, пожалуйста, вы как бабуся, взагалі, чем любите больше частувати своих внуков, когда они до вас приходят? Бо мы тут с Максимом зараз на перерыве сидели и слюнками, так знаете, перебирали. Значит, ну, я вообще кулинарка, у меня очень... Очень много рецептов. Мне две дочечки обещали даже к какому-то юбилею, может быть, это будет скоро, какую-то даже маленькую брошюрку с моими рецептами. Ух ты! Да, я очень много готовлю. Я сподіваюсь, вы поделитесь. Даже с автографом. О! Это, ну, ребята, это опять-таки шутка. Я очень люблю это делать. Это, наверное, ну, из... Ну, хобби у меня, кстати, много хобби. Но очень люблю готовить. А по поводу любимого блюда... Вы не представляете, маленький мальчик, который младший внук, и мама очень же правильная, как вы уже поняли, это младшая моя дочечка, и правильное питание. Никакого сахара, никакой соли, 2 года подряд грудное вскармливание. И как-то они ко мне пришли, но он уже начал какую-то еду. И я говорю, у меня сырники, у меня сырники. Ну, у меня же сырники с сахаром, извините, и с ванилью. Но неважно, она разрешила. И потом на протяжении, ну вот это, было ему, ну, 2 года, он начал, он только входит в мою квартиру, и он сразу на кухне, сынники, сынники. Знаете, шукаты. Да, а младший ест все и очень много, потому что он у меня обедает. Он у меня очень часто обедает. У меня с одной стороны гимназия, с другой стороны бассейн, а они живут за городом. И поэтому... Даже когда я занята, все равно у меня все наготовлено, у него свои ключи, он приходит и... Пані Галина, дивлюсь я на вас, і от захопили ви мене. Така ви харизматична, така красива, стильна. Ви мені скажіть, коли прийшло ось це усвідомлення, що ви будете руйнувати абсолютно всі стереотипи, які пов'язують у житті з бабусями? Максим, я разочарую. У меня не было такого... Тебя разочарую. У меня не было момента, когда я решила что-то... Я живу так, как жила 30-летняя я. Боже, як це прекрасно. Да, и 50-летняя. И такая знаменитая фраза, что душа не стареет. Но она таки не стареет. Так я вам верю. Так поверьте мне и всем философам. Так. Древности и современности. Душа не стареет. Есть... Есть души, которые и в 30 лет
Она идет, и у нее бровки это, и она идет вся в плохом настроении. У меня такого не было никогда. Ну, может быть, это благодаря, ну, даже, наверное, не родителям, а Богу или Вселенной. Я всегда просыпаюсь с хорошим настроением. У меня, может быть, ну, жизнь длинная, было все. Через минуту я вспомню, что у меня, ну, было несчастье. Но первый момент, я просыпаюсь с хорошим настроением, и я счастлива при любой погоде. І... Пані Галино, да. Ну, не можу тоді не попросити, я зараз намагаюся включити всю свою харизму, яка в мене є. У чому секрет такого ставлення до життя? От як бути постійно, от в прекрасному настрої, як ставати так? У мене дуже багато секретів. Не секретов, а советов. Так. У меня очень много советов, которые я каждый день пытаюсь своим дочечкам вложить в головку. И уверяю вас, и вернее, поверьте мне, что сегодня утром в телефонном разговоре я делала это же. Ух ты. Да. А можно нам сделать это самое? Можно. Дочке, которая гуляла с собачкой, каждое утро она мне звонит в этот момент, и я ей вкладывала в голову. Она не такая оптимистка, как я. Она изумительная девочка, которая 40 лет. Но она, ой, и та проблема, и та проблема, и та проблема. Но дело не в проблемах. Дело, может быть, в неудовлетворенность собой. Так вот, начните с того. Да, мы все знаем, что нужно благодарить Бога, да? Да. Конечно, за все нужно благодарить Бога. Но за все нужно благодарить и себя. Вау. И себя. Так. Вот я сегодня пришла к вам на эфир. Как бы он ни прошел, я уйду и скажу, ох, какая я молодец. Класс. Я все это сделала, я поговорила с молодыми людьми, я напиталась этой энергией, и я молодец. И когда ты говоришь себе, я молодец, ты всегда будешь молодец. Вау. Да, да, это не вау, это же не я. Это. Ні, я, конечно, перепрошую, але це життєва мудрість, знаєте, ну, нам по підростаючому поколінню, ви спробуйте зрозуміти. Да, да, да. Ми інколи про це забуваємо, знаєте, дивитися на вас, і ми вас бачили, до речі, не просто на ринковій студії, а ми ще знаємо, що ви активна учасниця рекламних роликів, ви дуже часто знімаєтеся в рекламі, в кіно. Ну, так случилось. От як так сталося? Скажіть, будь ласка, інколи, знаєте, коли я бабуся, все, я сиджу з онуками, ну, я бабуся, а ви, я бабуся, і я в кіно, і в рекламі. Як так? Ну, опять-таки, благодаря внуку. Ух ты! Да. Когда-то маленького, который старше, его снимали в какой-то рекламе, и я пришла с ним, потому что дети на работе. И я пришла с ним. И там такие милые девочки, как вы, Ангелина, мне сказали, нам нужны бабушки такие. Они меня сфотографировали в какие-то базы. Так. Потом стали меня приглашать. А вы пришли и подкорили? Я очень долго не шла, у меня были там семейные обстоятельства, и старшая дочка меня уговорила, сказала, мама, ну уже пойди, ты, уже зовут тебя, пойди, ты развеешься, потому что, ну, на самом деле там были проблемы, и ты развеешься, ты пообщаешься, ты заработаешь что-то к пенсии. Короче, очень много всяких моментов. Одни плюсы. Одни плюсы, да. Ну и я пошла. И на самом деле мне повезло, потому что это было с первого кастинга. Это... Вау. Да. Ну, це круто. Ви знаєте, пані Галино, дозвольте уточню один такий момент, ну, цікаво. Я от на вас зараз дивлюсь, і в мене є певне уявлення на те, як ви реагуєте на компліменти. От мені здається, що от коли чоловік вам робить компліменти, каже, Галино, ви сьогодні прекрасно виглядаєте, ви так, я знаю, дякую. Як ви реагуєте на компліменти? Тільки благодарністю. Ух ти! Ну, я все говорю, спасибо. А як самі собі, наскільки часто робите компліменти? А я же вам сказала, що я собі говорю компліменти. Ні, ну, те, що я молодець, це зрозуміло. А от там, я сьогодні чудово виглядаю, там, я сьогодні красива. Это не скромно, наверное, но я скажу, что часто. Клас! Ну, це ж це треба було. Знаєте, ми на каналі «Правда тут» тільки за правди. Це дуже приємно, що ви не боїтеся про це говорити. Не, ну, а ось цікавий момент. Ми ж договорились. Тільки правда. Ось ви на зйомки приходите, там же є і молоді, наприклад, актриси, актори. І, наприклад, просто вас, коли бачили також на знімальних майданчиках, ну, то одразу хочуть вас підійти і поговорити. Як у вас взагалі з молодим поколінням? Вони вас сприймають як свого ровесника? Чи все ж таки вони... Да. Да, да. У меня же теперь очень большой круг знаком. Очень большой. У меня там в Фейсбуке до 1000 человек уже в друзьях, да. И поэтому я очень много разговариваю. Мне это интересно, но и они очень хорошо ко мне относятся. Угу.
Тобто, взагалі, у вас стираються ці межі, ви можете бути їхньою подружкою, правильно, на знімальному майданчику? Ну, я могла би бути твоєю подружкою, так, звісно. Я вже підкуплена вашою, як Максим правильно сказав, харизмою. Да, і... поэтому... А я то й подавно. Я просто сижу на вас, дивлюсь і милуюсь красою. Послухайте, цікаво мене все ж таки, якщо ви вже так ведете цей активний спосіб життя, чого б, наприклад, вам ще хотілося зробити? Можливо, знятися десь своїми онуками, можливо, взагалі піти на якусь там йогу. Що ви зараз би хотіли, що, знаєте, не закрити такий пунктик у вас? З парашутом стрибнути. О, моя умниця, це взагалі просто... Серйозно? Ви прекрасні. Я не знаю, я чомусь інтуїтивно сказав. Да, а у мене це була з дитинства мечта. Ну и мама запрещала. Ага. В этом году ребенок старше там отдыхали с мужем, ну, с семьей. Угу. И она летала на этом парашюте над морем. Класс. Да, и я только что с моря. И у нас тоже там все время же на пляже, но они были где-то далеко. И я смотрела, ну, вот это бы я хотела. И плануете уже? Ну, я только прилетела с моря. Ай, клас. Пані Галино, да. Є також ще одне провокаційне питання. Проводимо. Одразу попереджаю. Я дуже люблю провокаційне. Ну, тоді ми з вами зійдемося. У нашому світі, на жаль, є багато стереотипів, і мені пощастило також дізнатися, познайомитися зі ще однією бабусею, яка досить таки активно інтернет-життя веде, в неї свій блог, там все. І все одно, як не крути, але є люди, які пишуть там, на що воно вам треба, займайтесь краще внуками, і все. От не сприймають люди, і все. Чи були подібні випадки у вашому житті? І якщо так, то як ви реагуєте на це? Значит, выпадки у меня, случаи такие, может быть, это зависть, потому что там кто-то может мне сказать, ой, как ты плохо выглядишь. Серьезно? Может... Так. Ну, не, це на повному серйозі, як ти погано виглядаєш. Правда тут? Ну так. Да. Боже, наверное, надо уже что-то делать с лицом. Ты вообще собираешься что-то делать с лицом? Я не собираюсь ничего делать с лицом. Вот ага. такого рода. Угу. Тобто, прямо не соромлячись, прямо у вічі. Прямо в глаза. Угу. Так, ну тоді поділіться секретом, як же ж не звертати на це увагу? Быть выше этого. Ну, я действительно выше этого, хоть это и избитая фраза, но я действительно, я на это не обращаю внимания. Я не обращаю внимания на это. Я самовлюблённая. А потрібно себе любити, і це класно. Да. А ви знаєте, мені ще цікавий момент, все ж таки, у вас і рекламний, і кіношний досвід, а що вам більше подобається, можливо, яку б ви хотіли зіграти роль? Можливо, знаєте, ви читали якісь романи, ви бачили якусь стрічку, і ви хочете себе побачити саме там. Ой, Ангеліночка, я ж не професіональна актриса. И я очень поздно начала этим заниматься, поэтому таких амбициозных планов и желаний у меня нет. Mm-hmm. Я спокойненько играю и сельских бабушек, и каких-то смешнючек в каких-то ситкомах, ну и в рекламе, что придется. Пані Галино, да. У нашому житті, у наших мрій є така властивість, як здійснюватися. І тут яку мрію ви ще не здійснили? Таку найглобальнішу. На сьогоднішній день в моїх мечтах же желання о моїх дітях. Вот, кстати, очень же многие говорят, что вы должны желать только для себя. Так. Только для себя. Ну, почати спочатку з себе, а потім вже да. І про дітей. Ну, наверное, в моєму возрасте у мене желание сниматься, ездить на курорты, общаться с моими любимыми дочками. Ну, это нет такой вот мечты. На сегодняшний день мечта, чтобы старший поступил в институт. Это главная молитва бабушки. Я вам скажу, с такой поддержкой уже ничего не страшно, честно. Ви знаєте, в мене єдине запитання таке буде на завершення. А що це таке смачненьке ви нам принесли? Як це називається? Це називається заварні пірожні. З заварним кремом. Ага. Всіх научу, всіх накормлю. Наступного разу можна буде взяти у вас рецептики і розповісти нашим глядачам. Запросто. Так, у нас буде рецептик від Галини для вас, наші ранкові глядачі. І знаєте, ще є такі до вас пропозиція, побажання. От сьогодні День бабусів та дідусів в Україні. І 100% хтось з них дивиться зараз наш телеекран. І хтось думає, ось вона змогла, можливо, мені треба розпочати, знаєте, якось активніше проводити свій вільний час. Можете щось побажати нашим глядачам?
Ну, во-первых, бабушкам всем я желаю, конечно, в первую очередь здоровья. И не потому, что сегодня такой ужас этой пандемии, а просто на самом деле. Все должны быть здоровы. Все должны быть здоровы не только физическим здоровьем, все должны быть духовно здоровы. И должны над этим работать. Это мое кредо. Нужно над этим работать. Нужно самодисциплинироваться, может быть, это не такое подходящее слово, но стройте себя, ребята. Клас. Вау. Потому что... Макс, ми сьогодні маємо з тобою вже почати будувати себе, щоб потім отак от теж активно ходити на ефіри і не сидіти там згадувати, а ми там колись щось робили, а й зараз робити в цьому цей момент. Так приємно було з вами ранок розпочати. Спасибо. Дійсно, дякуємо вам, що ви завітали. Спасибо. А вам приємного апетиту. Дякую. Ми якраз зараз користаємося нашим службовим становищем. Я так по секрету вам скажу. Так, пані Галино, ви прекрасна, ви неймовірна. І це чудово, що ви розпочали ранок сьогодні в нашій компанії. Це класно. Спасибо большое. Вам прекрасного вдалого дня. Друзі, я безмежно вам дякую за перегляд цього відео і раджу підписатися на YouTube-канал «Правда тут». Матеріалу буде багато. Обов'язково залишайте свої коментарі, даруйте нам свої вподобайки, і ми будемо старатися ще більше дивувати вас щодня.